Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Мы рады вас приветствовать в нашей волшебной мастерской. Сегодня мы с вами будем делать вот такого чудесного ежика. Посмотрите, какой он красивый ежик. Для этого нам понадобится лист белой бумаги, черная гуашь и вилка. Ну что, приступаем к работе? Я заранее нарисовала мордочку нашего ежика. Вы можете нарисовать любую мордочку, какая вам понравится. И теперь берем черную гуашь, вилку и наносим нашему ежику колючки вилкой. Смотрите, получается уже туловище у нашего ежика. Надо много колючек, чтобы наш ежик был красивый, яркий. Посмотрите, как красиво у нас с вами получается. Да. Так можно сделать льва. Сделать гриву вилкой тоже будет очень красиво. Или любое животное, которое вам понравится. И вилкой мы формируем туловище нашего ежика. Когда мы сформировали туловище нашего ежика, нам нарисовать надо ежику ножки. Для этого нужна нам кисточка. И черной гуашью дорисовываем лапки ежику. Вот такой красивый ежик получается. Очень быстро и легко. А я думаю, у вас получится еще лучше. И буду ждать вас в нашей волшебной мастерской. Ну что, пока-пока!